обозначает скипетр Шивы, обозначает во имя Сына, Отца и Святого Духа, обозначает объединение тела и души и вокруг сознания, то есть духа, в одной теме. То есть это тема абсолютной гармонии человека. У меня один символ, а я хочу еще один символ, а потом еще хочу. Если я за свои деньги куплю 100 символов, то они в моем помещении, где находятся, создают определенную усиленную ауру. А если это мой магазин, и я их купил для перепродажи и поставил, то такую энергетику они создавать не будут. И это связано вот почему-то с индивидуальным посвящением. То есть я в своей жизни для себя, специально для себя, купил какой-то эзотерический талисман, символ положил, он у меня лежит. Все символы эзотерические, будь то цифры, или будь то там какие-либо изображения, они обязательно эзотерически, энергетически прежде всего, несут силу. Так, один символ, допустим, который там должен принести в вашу жизнь там любимого человека и реализовать вас как любимого мужчину или женщину, один символ будет работать там на 3%. Если точно такой же купить рядом и положить, будет работать на 6%. Если 100, будет работать на 300%. Такое тоже есть. То есть так это тоже может работать. Почему? Как это, Андрей Андреевич? Скажите, вы разве этого не знали? Человек обычно говорит, нет, не знал. Тогда почему в церкви такое большое количество изображений Иисуса Христа?